За попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД были задержаны двое мужчин. Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Транспортные средства были остановлены сотрудниками полка дорожно-патрульной службы управления ГИБДД Республики Дагестан для проверки документов. На кадрах с камеры видеонаблюдения водители в ходе составления административного протокола предлагают решить дело на месте, не доводя его до суда. Теперь нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.